будете ночевать, и перережу вам горло. Да! Салам алейкум, братья. Брат, если я это видел, извини, пожалуйста. Так, ладно. Сейчас затащимся брутального чувака. Ну вы уже знаете, какой это герой, потому что я указал. Как это так? Да. Что сделать гайд так-то? Потому что активация, видите, да, Windows. Обычное видео снимать хочется, а вот этот днём мусор всё можно. В магазине нет, не знаю. Это топовая вещь. Еще нужно обязательно веточку. Погнали. 1-0-5, ты должен убивать! Если глаз так не видит. Качает, ладно, сейчас мы заберем ему в мою родную. Че он сыт? Сына я заберу. За шкуру главное, что купили, я офигел вообще. Не знаю. Он нажал на фигурсе. Я же ничего не отправлял, был в группу шнита. Что за нечестность, я не понял. Дабл мид, что ли? Вон дабл мид. Прикольно. Это он на вес пропадает. Да, вообще на фиг. Нифига мне смел. Дэнди, хватит, Дэнди. На камере еще на первом уровне это. Спасибо. Потому что их делают проигроки. А, я смотришь все турниры? Конечно, да я в них участвую. А, так. Ой. Да, походу. Я еще две игры, короче, играл. Буду рассказывать, мы не знаем. Это что-то неприятно стоять вообще. Тьмашка, я Владимир нафармлю, короче, не фарми его. В будущем я имею в виду. Фар... Да уж, угольники. Жесткие парни, я вам скажу. Прям по пингу хорошо. А-а-а!
Ой, песня с авторскими правами. Каждый раз, когда начинал записывать эти видео, я менял. Как лагает. О! Нифига, вот это плотные враги. Да. Я же следующий Мидас. Качаюсь как проигрок. Я проигрок, я это знаю. Этот Дазл, он неплохо. Сколько у него там урон? 56, но он пинает. Пожжёт. О, ну хорошо. Хуя это обходить чё-то. Бум-б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 ум. Гомяки вообще жесткие. Жесткие парни. Давайте ж помолчим и припев дослушаем. Да не вообще. Бум-бум-бум-бум. 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 Это просто жесть. О, давай сразу, сладенький. Ты fucking bitch. Нафига так лагать? Ё-моё, Вадим! Ара! Танго, танго, плиз, мэн! Нет, я злой. Ладно. Фонапарю, это я! Ну вообще, это жесть. Сейчас когда гайды записываются первый раз, просто быстрая катка была. Неплохо, парень. С этой я ему куплю ТП. Ладно, так чтобы там 2 ТП. Слушайте топовые звуки. Ты какого хрена там фапаешь на мидле на своем, блядь? У нас башка уже болит от этих гайдов жестких. Это ж пуч. Пойду еще почешу мусло сделаю. Чуть сейчас нормально. Потише чуть сделал музыку. Ну ты гей. О! Чуть не получилось. Жесткий парень, жесткий. О, новая песня. О, уж тебя вроде видно. Я, конечно, не уверен, но тебя вроде видно. Пуч, иди на ган, на ней. Нормально. Оп. Thank you.
Еще я живи с ним. Сюда и гангани, какого хрена? Я ставлю точку. Ух, здесь я не вижу. Ой, не вижу. Да, здесь не вижу. Ну, просто у нас умеет реально жестко. Ой, кто-то сейчас умрет. Никто. Я даже не понимаю, как эта штука работает. Сделал блин и обмазал себя жидким порошком. Убаюкивал я, стану дождем самолет. Ой, что это, наверное, в сорне. Сосет он компот. Ага. О май гаш. Эти шутки до сих пор, да? На ножке для бас получил от ложки. Я ставлю точку, но не за пять. Сжимает пятую точку, и тут бегает он. Он же жирок. Рожая в воздухе дочку, и стонет как полван. Е, шестой есть, да. У нас тюмельный просто на линии. Его дыра рожает, везде кто-то там. Но меня не обманешь, пусть убирает сам. Копытцем подметает несчастный пескоман. Оу. Да, понимаешь, кто-то. Давай. Мочи. О! Также жирненький плов. Я ставлю точку, но не за пятую, и вижу бочку. Сжимаю точку, и тут бегает. Я только что об этом говорил. Рожая в воздухе точку. Все очень просто, но лишь где-то там. Его дыра рожает везде. Ну это просто. Там. О, и нормально. Сейчас прибежит этот говнюк, надо убить этого гриба и все, убежать. Ну, пока сообщу на всякий случай, то что его нет, типа. Я сообщу. О, все, а, вот, вернулся. Как зла парень. Я же с пессимистом, он бог. Когда, сука, не надо, ты приходишь, красава. Нет, просто не обувь. Не бей, лепша басты. Когда тебя проще, ты стоишь вот здесь, папа. Когда не надо, ты пришел и слился. Ой! Красавчик. Ран, Вася, ран! Не бежу, пуш. Ты как насос просто, вот и все. Как насос? Да потому что тебя просишь, нормально, приди, гони. Ты стоишь, вапаешь на медле. Когда меня сливают, ты приходишь и сосешь у троих, у четверых. Ну блин, чем дальше не пошел, 2015. Я не знаю. Блин, а погромче сюда, подождите. О. Хорошо. Нормально. Мне тоже будет на тебя пох, когда тебя будет сливать фантомка на фижина. Что-то мы все уже. А вот, блин. Даблкил, давай, мазафака. Ой.
АСС был? Да, наверное. Нет, не был. Ты куда, петушок, ты не сот вообще рядом? Ти! Мачил! Домой его! Говнюк, ты что делаешь? Ну ты-то чё сюда пришёл, блядь? Побил. Надо было его убить, да. А я люблю. Чё ты сюда тебя, Суренчик. Забей ты меня. Да че ты сюда пришел, так фарма нету, никакого хрена ты творишь, ёб! Нагин, че ты делаешь? Погнать себя. Без бэш, погнать себя. Пофиг, но не фиг. Ты сейчас все в страх потерял. Хорошо. Да мне поебать вообще, что вы делаете. Пушки не помню. Я поехавший, да не поехавший. Да, нормально, не насрать. Я тебя просил следить, и ты не ушел. Сам разбирайся с фантомкой, мне похуй вообще. Просто на Тим одно так бы вообще вытащил, и я зубы. А, нет, валерина. Беги, давай, не помню, как больно здесь, но не будет. Все гоники в сборе, все вам шапочки. Лучше играть за джанглеров. Порти всем жизнь, чтобы у вас бомбил кукан. На, поржёшь, гэмбл. Оп, дэн, сдуна. Мачи. Не помогло. Пипец. О, за доту просто жесть, на меня просто выматывает. Это просто жопа. Я не могу. Это жопа должна быть. Остальная у меня все кресло конец. Просто там прицел. Всем привет, мои юные любители азартных игр. Мистер Гага представляет трек под названием «Очко». Слушаем все вместе и танцуем. Нужно какой-нибудь дальнего боя, ну вот фура такой может прилететь сюда. Возле там и застеблять. Ок. Нее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 
вот такой вот конфуз. Давай, я верю в тебя. Что мы? Зубдаешь? Наверное, надо было помочь ему чуть-чуть. Давай, давай, фук. Думаю, что он там еще кто-то есть. Ой, да вообще же просто. Ой,
Это все путь, что ты собрал? Это все, что ты собрал, путь? Динамитля. Стоя, блядь, а не гангая. Бутыл, блин, и носочек. Ты охуенно провел эти 20 минут. Лучший. Скажем, нет ганган. Ага, я сдох. Собака просто. Воу! И застопил меня еще он, чувак. Это он просто подошел. Я не знаю, я помощь хоть получил. Две помощи, я просто король. Ну видели, чуть подстопил меня. Мог бы это идти, конечно. Ты у нас кэрри, тащи. Ты у нас там фармил, у тебя префарм был. Я сейчас в лес реально пойду бомбану. Но с интузом меня так пихнул чуть-чуть. Я такой, нет, я остановился. Потом свои грязные грязные. Да, блять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между. Это вообще жесть. Тимрак, короче. Нас просто. Нет, не надо. Да, мочи, нормально. Депортация не магия, давай. Дотерин человек. Ну блин! Чё-то я вообще... Юнайт. Ты чё, он автоатаку не даёт? Там все это на шанс. Ладно, понял. Ну что, чуваки, вот и Гульман вернулся. Ну погнал, не знаю. Ну вот, я знаю. Просто встал член. Эй вы, сыпуны, подрастачу, вставайте. В куптан свой путь, заставайте, давай. Нигде. Говно! Гульман герой, потому что всех спас. Гитлер сначала даже бот вертолет. Демон легко, Гульман рот надерет. Фу, как воняет. Тут даже плесень есть. Он как Робокоп из железа весь строен, но... Пожалуй, это не совместно. Урода, весь мир ощутил, что такое свобода. На парке шоколадов он торгиде лежит, он в графу замороженном виде. Еще кто-то в тусе, сейчас комната провоняет, пиздец. Это просто жесть. О, блин, это еще фасы у меня, это говно. Когда пацаном был, то верил я в Бога. В субботу бежал каждый раз в синагогу. Но нынче я знаю, что все это бред. И кроме Гульмана спасения нет. Когда ваша вера в успех пропадает, пенис в тоске, как цветок, увядает. Увидит он люк в потолке с фонарем. Давайте же снова припев все споем. Бэтмен дебил, Спайдермен пидорас. Гульман герой, потому что всех спас. Гитлер Собчак, даже бот вертолет. Левый мертвок, Гульман. Всем этим говнюком ходит, да уберитесь вы, не стопьте меня. Но не буду стопить. О, так они уже типа начинают, давай. Давай, давай, стиль. Даже стилить не получилось, что это было. Ну это уже говно, а. Drop loss. Фу, пыльцы, нет, говню. Зря в попке ковырялся, фигово. Нифига. Первое точно бывает не будет. А. Вот, летитесь хотя бы. Красавчик. Ну все, короче, жопа. Я просто... Сука. Так бомбит, это жопа, сука. Кс...
жопа, это говно. Скоро будет Мидас, все, я затащу. Мидас будет все тащить. Но еще нужно вампирочку какую-нибудь. Где-то там спрятался этот говнюк. С кидом у них уже всех уровней, я там вообще сочлен. А ну, в принципе, не очень сочлен. О, кто-то уже вышел с тубика. Соси член, да? Я пошел. Все, все, ладно, поддавался им, все, все, пора тащить на чем. Поддавки, я понял, поддавки они не умеют играть, я понял, Так, сейчас будет эпик фарм. Давай топ фармила, давай. О, щеки болят. Соси член. Сок на глаз, бей! Ран, баша, ран! Всем привет, парняги! МС Коварный в поддержку Ивана Коробина представляет свой трек. Очень долго в интернете уебан один был, а детей оно со своей... Мочиться, говнюка. На все трудности ему абсолютно посрать. Он готов на все, чтобы Мэддов съебать. Это сила, это совесть. Да куда ты идешь, блядь? Это просто наш бог Иван Коровин. Он красив и силен, словно бог во плоти. Мы за ним на край света готовы пойти. Я лагаю камп, как тебе лучше. Не знает про секс Иван Коровин. Будет кровь школоты, что за Мэда умрет. Наш отряд никого плен не берет. Нагнули жопы, враг побежден, Иван доволен. Если хочешь сражаться, то бей на повал. Прям как Мэдисон, когда он баб ногой избивал. Мы ответим за всем, подожмем им за все. Враг будет сломлен. Я пока пойду мид пропушу. Все пороки земли собрал в себе Мэд. Кокаин, героиновые подходы, балет. Нам нельзя доверять, в его руки детей. Он совсем охуевший татарский еврей. Мы хотим в этой жизни его проучить. И болячку на теле земли залечить, чтобы дети росли здоровее. Я просто неконтрольно это давно не играл. Это что-то прекрасное, что кажется у нас в конце концов. Это просто наш бог Иван Коровин. Приведи нас к победе, убей под лица. Мы готовы создать тебя. Уйду, тайда, уйду, тайда, уйду, тайда. Хорошо. И у него чувак, он долго, далеко все. Жесть, он просто его. Да.
Это жесть. Это про игроки. Да, мы еще выиграем, мы их просто отделаем. Я хочу всю эту миду штучку башню. Одиннадцать тоже, одиннадцать нормально, я их догнал. Одиннадцать слева в раз 1500. Умри, говно! А, ну да, надо им подойти, типа, да, давайте, давайте, идите. Это просто жесть. Надеюсь, что ты... А, это не будет. Ой. Ой. Скоро надо будет покупать. Там очень дерево. Кёмка. Денайся. Ну блин, денайся даже не надо. Видимо, гада пуджа. Кого-то есть хуже счет, чем у меня? Ну да, у него хуже. Уж у него помощи меньше. Намного. Пробую вас, пацаны, бро. Я пойду сразу поформлюсь, потому что... А, надо, я даже пользы никуда не переношу. Я вообще говно. Поэтому, знаете, все. Играть только в лесу. Не, ну конечно, я, наверное, должен это более рано понять, ну ладно. Кто ты? Это я фарм с лесом, чем буду. Просто пойду что ли помогу там нашим, да, крипам. Да, ага. Ладно, типа попробую что-то сделать. О, блин, голову, блин, еще голову, чуть найду. Нормально, я отстрел. О, все, пора сапог покупать. Ослепили меня глазки. Игра как-нибудь с ума затащится, чё. Такой тип игры мне нравится больше. Это вообще не серьезно. Ой. Валим. Надеюсь, они меня не видели. Ну вот теперь видели. Волки не стопся. Да беги! Сука, куда ты идешь? Беги на базу. Пока прочекаю еще их там. Оп. Однажды по инету рискуть новый падать.
Тоже как и я, любитель контрабанды. Иди сюда, говно собачье, ты решил на трассе, да тебе сам трахнул выдох. Да просто ставь так говно, сейчас мы его надерем вдвоем, сейчас мы убьем, как жопа дел. Сюда иди, говно собачье. Умри. Братья, ну, нас, наверное, было бы все валить. А, ну, пока мы там отвлеклись, это был гигающий маневр. Куда бежим, парни? Ну, что я остался в лесу. Нервы. Сука. Просто да иди, пока пушка говно. Я просто бесполезный чмо в этой игре. Отличный гайд, все это буду пушать, я не знаю сколько я пытался снять, но это просто жесть, это говно. Кити, все время сильные тиммейты, когда попадаются, то про Дэдди, когда я играл против. Сука, иди сюда! Не отпускать! Один килл, иди сюда, говно. Мочи этого, заляху его. Да что ты не бежал за... Грёбаный вон! Сука, я его послал, он тут... Я не понимаю, это долго гейт игру. Это называется месяц, я не знаю, может два не поиграл. Сука. В жопу. Ну никто не хранил, нет. Сука, если бы с него... Я не знаю, почему мне останавливаться, поэтому понять не имею, сука. Просто бежал бы дальше, все, укусил его за жопу, все, она сдохла, я вышел. Он взял такой шоу. Не понимаю, это долгий гейтсплей вообще. А где же Катина? О боже мой.
безусловно, лучшая тима. Лучшая тима — это когда антимаг на 37 минуте выфармливает себе боя, блять, и все. И больше ничего. У нас все тима раков. Я, конечно же, исключение. А считаю, да, надо собирать, блядь. А у тебя ебать закуп, лучше ебать у тебя закуп, это ж пиздец. Короче, я обычно, да, все время выигрываю благодаря команде. Так, теперь можешь рассказать, что. А ты бы против Тайдухи постоял бы нормально, да? А, хорошо, посмотрю обязательно. Беги, говно. Ты просто чёткий. Чё-то мне не верится, что беги, ты сука, был, беги! Получше ситуация. Ну он Пуш сейчас затащит, он же фрифарм был. Смотри, как Пуш тащит. Смотри. Зато ебать у него закуп, как он сказал. Да беги, это говно. Дунди. Я его стоп, да, оп, я стоп, да, это и с ним и волки, я вообще не знаю, что бы он делал. Я пропасто. Ага. Ну не, на этой башне мы решаемся. На изи лайне, без боя вообще окей. Изи лайн, да. Я просто хотел посмотреть на себя, как ты будешь стоять с Тайдухой, у которого 42 просто, 42. Он как-то бит урон по 42 и просто вот... Да. Хорошо, затем он. Что еще расскажешь нового? Ага. Ну чё ты в лес бы не пошел, если изи? Ну вот тут лес и чё? Там где лес, изи. Вот тут лес, тут изи. Вот тут лес, тут изи. И чё? Последний комментируйся. Там просто лоу. Фейспалм. О, он много фейспалм. Там где лес, изи лайн. Я тебя правильно понял? Нужно чуть-чуть еще. Ну вот тут смотри, вот здесь лес, изи лайн, правильно? Вот здесь вот лес. Оп. Что? Нормально. Что за тьму? И за свет там тоже лес. Качает. Тут они могут, правда, нас сейчас напасть. Валим, оставь, не ставь. Навалим. Конечно, нападут нас, еще я думаю, место. Сука, ты для чего БФ собрал, скажи? Сейчас будут летовать. БФ собрал для того, чтобы фармить. Иди в лес и фарми дилей. Иди в лес, блин, и фарми. Да. Какого хрена ты здесь делаешь, блядь? Это просто сейчас имей. Вот скажи, что ты там делаешь, Максимак? Ну конечно, пошли титаны, сука. Выкинь, что? Говори. Ааа, кто это за тот купулат, поняли? Мачи педик. Обожаю педик. Да иди сюда, говно. Чё ты пикаешь? Да иди сюда, говно. Да, затащи, да, нормально, чё. Оп, оп, о, хорошо. Фарми, фарми. Фарми, тут тебе сейчас дазу поймеет. Да, зуб. Через... Давай фармить, давай. Не знаю, смогу ли я это уложить или нет. Чё ты фармишь, Башер? Ты что, дурак?
Это выложишь, что мне срать. Я затащил, понятно, все. Не, Пуч, как ты там сказал? Мне похуй. Да. Надо статус поставить. Гуслю сбили, баян порвали. Обосся. Мочи, говно. Мочи этого говноера. Мочи этого говноера. Че, не знаю, не попал. Попал, молодец, видео. Эх, затащено. Ох, как ты сделаешь? Даже не знал, что можно вытащить из такого говна, да. В общем, да, всем пока. С вами был Игорь Рука, видите, мы победили, да.